Может бы Гутерба Давай лучше бафни. он пошел. То что? Ну, Гутербал шаман. Тенхам идет, так понимаю. Да. Может лучше бы Африкам пошел. Какая польза от этого будет? Баф. Я даже не знаю. Ну, а Энкс бывает массовые валик ставит акулы. Тут АДК есть. Два АДК. Нет, ну АДК есть еще. Энх. Да, ДПС, конечно. Не самый лучший рейд. Хуже. Погоду будем дождить. А можно есть фурик 6.2. Смотрите, пока мелкий трэш.
Так, первый босс будет два вихря вместо одного. Поэтому сейчас распределим Сакру и Дину. Смертные! Ваш путь закончится! Так, Богдан, дашь первый Сакру на вихре. Ты знаешь, когда давать Сакру? Нет. Когда босс начинает вихревать, и одну секунду до того, как кинет три шипа, тогда даешь Сакру. Потом я скажу по команде гимна от хил кому дать. Вторую Сакру сетли и дашь уже. Ну, во втором вихре. Кушайте рыбу. Столик маги, пожалуйста. Деки с кулаки, фрешблат каски, айоши кресты, сетли щиты. Макгрегор МТ. Или... Бой же вроде. Макгрегор, покажи, что у тебя за ДД. Uno momento. Что ты сказал? Говорю, uno momento. Пали-пали, какой красивый. Подумал, ты сказал нету. Ладно, давай спекайся в ДД. Будет, Клайд будет танчить тогда. Тех. Без разницы, в принципе, дальше кто танчит. Так. Дайте шкаф самому Вара. Всех фласки есть. Кого? Привет, кого? Там, по-моему, ЕП дается 10 тысяч за рейд. Кого не будет фласок, это сразу минус 5к ЕП. Я посмотрю, у кого нету фласок, и потом уже будем думать, кому как начислять. Поставь шкаф. И скажи там, когда пить перед полом. И сейчас пей. Так время уйдет. Ну, это ж не от меня зависит. Так, давайте бафы порали. А, нет, у него по 18 минут, все, чек на пол, короче. У нас демона нету. Отлично, повороте. Спекайся в демона. Сейчас еще верка закрыт. Повороте, спекни с демона. Вороти, ты тут? Да, слушай, что там? Ну, спекни с демона, третий раз уже попросил. Я тогда это, слышишь, Олег? Чё? Я тогда себе праведное на вихрь включу, потом не включу. Убери, вообще не включай, вот, не нужно здесь скилл. Только да. Ради стана. Наверное, школа включать. Тут ты, в принципе, никак не срываешь. Ну ладно, включай, сейчас посмотрим. Али села, все готовы. Так, все готовы. Праведное низость уменьшает дамаг на 6%. Так, пошел пул. Стойте уже. Макси, подними Джейлис. Мизантроп, подними Хайли Селаси. Гляньте в шипы. Джейлис, вставай. Выйди с лужи. Мизантроп, подымай Хайли Селаси. Поедем на ману. Давайте фулбаф по рейду. По Джейлис дайте каску. Есть лапу. Сыграли все в шипы. Так, Сэдли, уходишь сейчас вправо на вихре, уводит влево. Смотрите вихрь. Короче, отходим от ребра, немного неправильно пошел.
пошел. Сейчас бьем только шипы. Босса не бьем, бьем только шипы. Давай Сакура, Айо, Айоши. Сейчас играем в шипы. Кучкуйтесь в центре, желательно, и отбегайте от уши. Отошли от ребра. Пел гимн от хил. Дудутип, купой гимн от хила. Сыграли шипы. Говорю же, не стоять под боссом. Минус один. Все, встали опять под босса. Бэрол больше нет. Давайте шипы. Так, следующий гейм дает Джерион Альпич по команде. Почему? Как вы умираете вообще? Давайте в шипы. Мизантроп, Инер, Васабику. Дайте бафы по Васабу. Сейчас опять будут шипы, смотрим. Три шипа в мелизоне. Давайте сливаем. Будет въехать 3 секунды. Все, отбегайте от ребра сейчас. Все, стойте там же. Ждите, пока ребро двинется, потом отбегаем. Ой, далеко стоишь, блин. Алпиш, давай гимн от хил. Алпиш, давай гимн от хил, Сэдли, Сакуру. Джубанга, давай гимн от хил. Сыграйте опять в шипы. Набейте шипы. Хил в шипе. Ух, самый сложный босс у меня. Славик. Ты БРК? Пиздец, блядь. Он чё, как бог? Да дурак он, блядь. Ботинки кожаные. Лена, хули пистай, дух. Посмотри, задумайся. Каску. Бой, ты ВРК, ответь, быстро. У него проблемы с микрофоном. А, все понятно. Ты слышишь, так, что тебе Васаб говорил? Это поставьте, пожалуйста, почту. Грегор, спекайся в танка. Только вы не умеете танчить ребро. Надо не отбегать далеко от рейда, чтобы вот ребро не бежало на рейд. Хватит фугов по рейду. Повороте. Ты слышишь меня? Блять, еще один глухонемой. Можно будет пронести все с... Если вы меня не будете слушать. Повороте, ты тут? Да, он сменяет его. Thank you.
Повороте, ты тут? Да. Если ты сейчас еще раз вот идешь АФК, вот так, сейчас я тебе просто кикну с рейда. Кинь СС на Макси. Ну и пошли на анбаф, тут минус 30% ДПС, а здесь еще кто-то АФКшит. Я не хочу здесь сидеть 4. СС на Макси есть? Чек на бафы. Сейчас попью. Пишите рыбу. Сука. Так. Два БДК слева, протопал справа. Во второй фазе первый на пул на Вотнайта. Далее на пул идет на Макгрегора. Там совы, сливаем звездопад сразу с пула. Паладины капли с пула. Мелики слева бьют, РДД справа. Все остальное буду время говорить. Ралли готов? Ралли. Все готовы. Пошел макрос. Научитесь пулять до макроса. Точнее, после. Так, вышел трэш. Сыграли все в трэш. Кто не будет бить трэш, это ГП, потому что трэш нас убьет. Так, сейчас будет контроль, все помогаем контролить, никакого АУЕ урона. Макгрегор, отключи свой микрофон или поставь на беззвучный режим. Расконтролили людей. Давайте, квадрат еще законтролили. Законтролил уже луну. Дал с концами. Улика так и не законтролили. Присты, помогайте мне контролить. Потому слева что Фурик мобус бегает за щита и тьмой. Трэш сливаем. Стоит. Давайте все в трэш. Сейчас время с боя с трэша будет контроль. Слева трэш добейте. Помогаем трэш добивать. Быстрее. Служи все вышли. Контроль сейчас будет, смотрим. Опять расконтролили. Так, вернул. Еще разок сейчас будем контролить, еще одну секунду. Все, теперь диспели. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Так, вышел трэш. Все, играем в трэш. Давайте, в первую очередь череп сливаем. Черепу стан дайте. Сейчас будет контроль, 5 секунд. Расконтролили людей. Давайте, трусы еще и квадрат контролим. Никакого АУЕ дамага. Блядь. Так, Трисия, подымешь мизантропа сейчас. Слева трэш добить. Никакого... Стопайте по леди, только трэш играем. Переводите леди. Давайте на пол на гилда. Ой, не на гилда. Блять. Стопайте по леди, играйте в трэш. Поздно. Ничего страшного. Сэдли, давай Сакур, играйте все в трэш. Леди вообще не бьем. Немного вообще не повезло нам. Верно. Расконтролили людей. Давайте рост. Диспельте проклятие.
У меня рост контроля ушел. Ну, тогда другой. Давайте, только трэш бьем, от духов сейчас отбегаем. Так, нет, давайте упадем, неудачно перевели. Давайте, мы уже заходим. Просто будет 4 трэша. Ты же сначала сказал, стопаем дамаг в леди, бьем трэш там, и все. Ну, мы стопнули, а там уже время второго подходило. Ну, надо было, короче, ждать. Я не понял уже это. Ладно, я думаю, просто успеем. Ладно, не успели. Надо было стопы просто бить. Не, сейчас просто подождем четвертый трэш и все, спокойно. Если ты потратил БР, да? Радуй, стой. Давайте в угол. Переба. Так, все готовы, макрос. Не, зачем ты блок не кинул? Это место станет вашей могилой. Так, трэш вышел. Сыграли в трэш. Быстрее в трэш, слева трэш помогает бить. Сейчас будет контроль, готовимся. Расконтролили людей, дал фир сразу по 3. Вообще повезло. Капли не забывайте сливать. Звездопады тоже. Так, опять вышел трэш. Давайте все в трэш. Слева трэш помогаем добивать. Расконтроль меня в контроле. Давайте быстрее, расконтрольте людей. Щиты диспельте, помогайте диспелить щиты с леди. Так, сейчас будет еще один трэш. Давайте все в трэш. Интересно, мы сейчас успеем перевести Джерри? Да, успеем. Хорошо. 5 секунд до контроля, готовимся, помогаем мне контролить. Контролили людей, помогаем пристыр контролить. Так, первый на пол на Войт Найта. Идет вторая фаза, сразу появляется трэш, мы его сливаем. Все, давайте рост.
Давай сначала сыграть. Утербол, давай рост. Все, дистанцию набрали друг от друга, следим за духами, за лужами и за своим АУЕ, когда кто-то в контроле. Вышли духи, отбежали от духов. Отбежали все от духов, вышли с лужи. Сейчас будет контроль. Давайте напуливаем на Макгрегора. Расконтролили людей. Квадрат еще в контроль киньте. От духов отбежали. От духов ШП. Сейчас будет трэш. С лужи выходим. Сейчас будет трэш, будем сливать. Все, давайте все в трэш. Опять вышли духи, отбежали от духов. Отбегаем от духов. Так, мизантроп, Хелеслайс, Иннеры, Васабику отбежали от духов. Отбежали от духов. Контролим людей. Кто-то взрывает духов, нехорошо. Макси, поднимай Джейлис. Твою гейм на ману. Давай, ставь тотем. Дайте бафы по Джейлис. Отбежали от духов, сыграли в трэш. Все в трэш сыграли. Капли обновляете, звездопады, сейчас будет контроль. Служи, выйдите. Видите? Духи вышли, отбежали от духов. Расконтролили людей. Луну в контроль. Никакого АУЕ дамага. Отбежали от духов опять. Бежим от духов. Так, Альпич, давай гим на ману. Буду дипа, гим на ману. Сыграли все в трэш, отбежали от духов. В мини-зоне духи отбежали. Мезотроп, подними повороте. Отбежали от духов. Контроль, мини-зона, контроль, вары, фир, фирти. Давайте бафы по локу, лапу, интеллект, каску. Обновляй баф пэта. Отбежали от духов. Вышли с лужи, последний трэш добить. Отбежали от духов опять. Контроль сейчас будет. Давайте квадрат законтрольте. Последние духи меняем. Лужа отбежали. Поднимайте людей. Шлем на танка на офф. Сапоги. Мерилин, ты тут? Да. Давай в портал и бей трэш. Ну тут неохота 4 часа стоять. Я релокнусь. Да, на кону подсакрыть.
осталось только проф убить Ильича. Пошли. Может быть, не ламорт. Последняя проблема. Вы прожимайтесь на трэше тоже, там, у кого есть прожимки. Бой будет долгим с трэшем. Это ДД обратно, да, стыкает? Да, ДД. На трэше, после сурка, после... Хорошо. Бойфа. Ну там в танке помогаешь. Окей. Берите все, абсолютно все ранцы. Эй, как дела? Так, я запускаю, Рали забегает. Стой. Кто? Сейчас, все, отдел, забись. Можно одевать и... А, я понял. Время. Забафайте ретрика, там падал. Сегодня мы будем биться со смертью. Клыку еще баф тебе надо дать. Лапу, интеллект чаще. А там этот... Чизека, он падал. Интеллект дайте, магии еще, еще. Сторожила. Дай. Угу. Ну, я помню этот рейд. Перед Новым годом, 17-го. Угу. Да. Это последний рейд. Нет, это 16-й год, это 17-й год. Давайте, на нашем корабле трэш сначала снимаем. Потом ружейников. Выходим с этих меток на корабле. Как вы считаете, есть резон сливать от этих мобов задних оружейников? Да. Думаю, да. Пошли посливаем их тоже. Перебежали, играйте в этих ракетчиков и мага. Звездочку сыграли. Чтоб они не бесили меня своими метками. Подожди, не перелетай БДК, а добьем последнего. Все, перелетаем. О, теперь меток нет, нормально. Все, играйте в оружейников. Ступать на мой корабль! Сейчас ты умрешь! Оружейники! Огонь! Мортирщики! Заряжай! Корабль под обстрелом! Давайте опять. Маг появился. Этих оружейников тоже. Оружейников убиваем. 100 тысяч понты. Там присты обдотайте, бейте много. Ох, что мне лагать начало. Да-да-да. Тоже подвисает. Я думал, то у меня иногда подвис. Перебежали. Давайте перемигаем. Так, разряжайте, там 5 секунд разрядка. Это что, за 2 мага, по-моему, да? Так, запускайте сразу босса, никто не умирал. Так, один хлам падает. Тебе нужно. Аркран, выдвигайтесь.
начеку. Только что. Давайте так, надо бить трэш. Очень сильно здесь бить трэш. Поэтому все присты. Как только появляется трэш. Значит, кидайте 4 пальца на 4 моба. И продолжайте бить босса. Если все присты это сделают, то трэш будет очень быстро сливаться. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Так, а на что влияет метки, которые Саурфан кидает? Она схиливает его. Нет, я имею в виду, почему там кидает один раз две метки, потом 5, 6, 7. Так, это из-за того, он кидает, когда у него 100 ради набирается. 100 ради набирается либо от боя, либо если трэш медленно сливаем. Ну и от ренджи тоже, типа. Ну трэш, но у нас от ренджи не работает, так что... Ну если не башит, то на ренджа, значит, типа... Хорошо. Если бы у нас от ренджи работал, мы бы так не убивали, сука. То есть можно не стоять в ренджи, типа? Не-не. Там же он миль-зону кидает постоянно. Он не получает за все цели, которые бьет. Что он кидает миллизон, ты написал? Кипящая кровь, ОВЕшку. Понял. Он с нее не получает рагу. Давайте рост. Буду станить одного мама. Угу. Так, трэш 3 секунды, готовимся. Давайте в трэш. Луну. У нас 107 раги уже. Кольцо крови. И че, ну я знал кольцо крови, че. Но он ради за нее не получает энергии. На метки что-то нету. Кстати, да. Ну, я про это. Трэш вышел, вставайте все в трэш. Я успеваю три моба обдотать и кастануть четвертого еще. Давайте звездочку. Вот смотри, у него сейчас 95 ради, 97. 100, вот. А вот сейчас метка. Связает метку. Че, он в первый раз ее не изнул? Не знаю. Загадка. На Войте притом метка на танке. Так, трэш скоро. Трэш 3 секунды. Готовимся сейчас. Давайте все в трэш. Штука. Сейчас будет вторая метка, походу. Так, да, вторая метка на Роялде. Залить ману. Так, мизантроп Хайли Селаси, давайте Инер его сабику. Сейчас будет рага у босса. А Йоши первый прожмешь сакру под себя. Частицу на Войда и хили Роялда. Так, играем в трэш. Нормально. Так, давай сакру. Цели, давай каплю на Войда. Секунд трэш. Альфонс, вызывай стадо, добиваем босса. Зедли, давай сакру.
Давайте открывайте портал. Плащик надо кому-то? Покоритель. Ну ладно, хершим. Покоритель. Какой общий ДПС, подскажите? 237. Следует. 04. Ну, а прошлых какой был, кто-то помнит? 240 у пугов тогда вчера. 244, ну что-то в этом, короче. Короче, ДПС там. Этот плащик отдай лучше вот этому Джубанге. Мне он не сильно горит. Ты отдал плащ ему? Нет, еще не отдал, я сейчас отдам. Мне он не сильно горит, а лучше мобом. Давайте точно играем. Ух ты, четвертый. Уничтожил Манелтера. Ё-моё. Я убил без внутреннего ареала, потому что не считается. Я тоже. Не прав. Сраные кресты стояли сраными папами. Чем с чем? Лего, знаешь, есть такой спалктор? Твою господа на 244, я его всегда забываю включить. Пошли дальше. Так. Лизни-то ты. Ты голову тоже взять. Надо, короче, чтобы обычных ЦЛК палы тоже станет для этих мелких. Ты только я в смысле. Там возле меня ханты, короче, стоял, постоянно на него срывались. Он застанул, успевал убить. Так, отойду на пару минут. На полминуты отойду. Вроде ты тут? Да. Посмотрел фильм? Фрагментами смотрел. Как? Там по частям он идет. Два фильма по 2 часа 30 минут. Да. Ну как же, исторические моменты вынесены на экран.
Нормальный классный фильм. Какой? Как называется? Короля жалко, нормальный человек был. Король Артур может? Нет. Там он нормальный чувак был, били. О-о-о, шмотка, шмотка. Так, тут. Да, 12-й по общему, да, по урону, короче. При том, что лут разруливает. Рали, где твой дамаг? Вообще 10 лямов. Макгрегор, спекнешься в танка. Будет, пойдем в два танка. Так, на рендже у нас... Раз, два, три, четыре... Пять ШП, два ханта. Протопал и Макгрегор. 39 человек. Остальные все как мусор. А как мы свой делиться обязанности в ЛЛ? Ой, танчит босса, ты танчишь слизни. Первого слизня танчит Седли, второго ты. Вы их не сводите между собой. Это все. Все просто. Ну, а вообще лучше обезвреживать ловушки, чтобы потом не тратить время. Вообще четко. Горным гуляем. Есть предложение, можно я на боссе буду? Нет, там уже напулили, уже макросы сделали. Долго это все будет. Пока макросы сделают, это полчаса пройдет. Ройл, ты тут? Че ты фукашишь? Тотем природы, короче. Ну, тотем Гутербол должен поставить. Все, занимайте позиции, дистанцию, ДБМ.
Дай Лесиласи под босса встань. 5 ШП, 2 ханта, Макгрегор и Сэдли на ренже. Перебежали за спину. Перебежали. Смотрим лужи. Лужи появляются. Бежали. Дистанцию набрали. Лень, прожми кош, опять лужа, отбежали, дистанцию набрали. Мерлин, отойди вправо. Перебежали за спину, Рейд. Так, сейчас будет слизень в мили-зоне, Сэдли заберешь первым. Перебежали за спину. Так, лужи появляются, отбежали. Отбежали от лужи, набрали дистанцию. Мерлин, прихиливаем. Не сводите мелких слизней. Сэдди, ты там забрал большого? Вижу, забрал. Макгрегор следующего заберешь ты. Прожгла, давай гимн. Ой, не гимн, бабл, прожми, перебежали за спину. Молодец. Макси, поднимай фрешблада. Дистанцию опять набрали. Ант, уйди. Бафайте ретрика. От лужи отбежали. Перебежали за спину, рейд. Так, следующий, если будет большой слизень, Сэдли забираешь на себя. Там его нету. Сейчас будет большой слизень в мили-зоне. Отбежали от лужи. Сэдли, забирай босса. О, босса в слизни. Перебежали за спину, рейд. Так, взрыв. Отбегаем к краю, не к луже. Отбежали. Айоши, прожми сакру. Давай, гимн отхил. Спил гимн. Альпиш, давай гимн отхил. Хали Селаси, давай на рейндж. Сэдли, прожми сакру. Дистанцию набираемся. Еще 5 лямов. Лень, прожми кош. Я уже сказал. Хали Селаси там на рейндж. Все дела, набивайте босса. Нету кошек? На тебя признёт. Ладно, добивайте уже так. Ничего страшного. Поднимите людей. Шип. Но есть отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в кузы. Ого! Да я поэт! Потрясающе! ФДД тогда? Да. Это за плащ, который я сейчас отдам.
Манга, тебе плащ отдали? Так, давайте бафы. Чек на бафы. Рыба. Все, все подтвердили чек на баф, отлично. Теперь идет макрос на пул. Набираем дистанцию. Звезде споры. Кружок. Так, у кого сейчас стоит аура от тьмы? Темной магии. Мак, подвинься, пожалуйста, чуть. Чтоб мы двигались. Давайте, споры, сосед. Все споры собираем, это необычный гер. Отбежали, опять набрали дистанцию. Вот, блин, отбежали от звезды, там слизень будет. Да, разбегайтесь опять. Сэдли, дай каплю на Войда. На девятом стаке уже заберешь у него. Если не разбежаем, сбегаемся. Повороте Мелизону. Повороте. Там Мелизоне есть. Нету. Есть. Что нету? Три метки кидается. Сейчас посмотрим. Да есть, на меликах есть три дебафа нормально. Так, сторожило, два дебафа. Так, я блюю, давайте сакру. Нормально. Да. Надо ли сбегаться или нет? Я не помню просто. Надо. 20 лямов. Кто-то помнит прошлый анбаф? Самая одна едкая гниль была. Да. Вообще. Бейте так. Вы только если две споры отбегайте друг от друга, сейчас Мелизона почти сдохла. Захильте Сэдли, сейчас умрет. Там все друг друга. Все, можешь собирать вот. О, я уже ворвался на 11 место. Ну уж.
Кот есть до воды бафа? Да. Молодец, что оставил. Макс, беги, сдавать, у тебя есть спринты. Все остальные на профа. Потом за сумму колено, холипалы, ДЦ. За десятку дашь. А какое у тебя колесо стоит? Такое же, только обычное. Ладно, держи. Один. А чего вы говорили, что в милизоне было? Ну, я посмотрел на ДК, на Энхи было 3 стака. Странно, 3 споры кидается. Была у меня, у Айоши и Павроти стоял в стороне. В милизоне не было. Да он ее под босса так поставил, что там не видно было. 3 споры кидается. Не было под босса. Он под босса, бля. Он под босса встал, и эти споры над головой не было видно. Он спрятался. ДК-арку, по-моему, я не помню, на ком она была. Но Милик был там. Я говорю, три споры были. Была спора у кружочка, была спора у звездочки, и была спора на повороте. Третья. Больше не было спор. А Оси пришел в мелизону. А, ты понял. Стоял на месте. Ну, на танках не было под 300, я посмотрел. Я миликов не смотрел, но... Ладно. Там просто была спора, не знаю на ком, но просто была. Не, может я так стоял, типа близко, что до них достало, но я не бежал в мелизон, я стоял на месте хиля. Все, сейчас самый сложный босс. Заняться. Самый сложный. Хилы не сбегаются в слизней. Кресты. По команде даете гимн на отхил. Первый гимн по команде Дудутипка, второй Джерриум, третий Альпич. Это Бегал, если... Да? Это если зеленый слизень взрывается, всех откидывает, я смотрю, могут захилить или нет. Потом говорю гимн на отхил. О, а я сейчас тоже будешь по команде кидать сумку. Бакор, а буду сейчас. Обычно. Так, да. Да, надо, чтоб куклу похотали. СС на максе кинешь. Теперь. А на прошлом анбафе что там, замедляли первого слизня? Нет. Давай сейчас попробуем не замедлять. Ну, пока проклятие Коснедичи не стали кидать на слизни, мы не могли убить. Ну вот я. Повороте, ты должен кинуть на стоп проклятие в него ГКД. О, не КД 30 секунд, да? Да. Первого. Там нету КД, но оно только одно может висеть на действие 30 секунд. Ну да. Но на две цели ты не можешь повесить, только на. Не могу. Ладно, будешь кидать на зеленого слизня. Всегда. Только сразу, как только он появился, и секундой позже. Моментально. Так, паладин, Реги на диван есть? Да. Могу дать кому. Так. Все вроде живы были. Ралли, подходи. Так, сколько у нас миликов? Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. 7, мало. А, нет, 8, 9. А, нормально, 9. Мелизона, стойте в квадрате в одной точке. Если вас откинет, вы не сбегайте к зеленому слизню, ждете, пока зеленый выберет цель. Только тогда сбегаемся. Весь остальной ред кружочки. Теперь смотрите. Давай... Что? Я хочу сказать по поводу луж. Дело в том, что они здесь дамажат очень сильно. Вот эти вот, то, что он кидает. Если он 2 кидает в одну точку, то там стоишь где-то 2 секунды, и ты падаешь. Еще там будет такой прикол, что когда проф, ну, будет выходить зеленый, и профа будет держать вот здесь, он будет сначала кидать лужи, и потом сразу слизней, или как-то так. В общем, надо будет отбежать чуть-чуть вправо, мы будем стоять.
Короче, это хотел сказать, тут почему бьет сильно, вам кажется, просто у нас минус 30% хп, и если вы ловите слизня без щита ДЦ, вы умираете, особенно маги. Ну, пожалуйста, внимательно отбегаем от слизней и из луж тоже. Если мы будем вайпаться из-за этого, я буду кидать ГП. Давай, чек на пул. Короче, не замедляй зеленого слизня. Флешбот готов. Горм дайте. Все готовы, пей стол. Начинай ВДК. Прожимки оставляйте на слизне. Служи выходим, в центре две лужи отошли. Сразу отходим. Еще слышишь, не ставь профа в одну точку с слизни. Я просто не могу выделить зеленого слизня. У меня нету фреймов. Так, смотри. Не, это... Короче, мне так неудобно визуально. Играйте в зеленого. Смотрим. Или зона. Стали в череп. Череп стали. Отбежали. Не сбежат, не сбегаем сейчас. Милики отбежали от зеленого. Сбежали в череп. Блять, сука, не повезло. Допивай лужу. Вставай. Макси, да, вставай, Макси, подымай лень, переводите профа. Все к столу, давайте бафы. Зеленые к столу, красные бейте красного. Спел Дим на хп. Давайте, раздали бафы. Играйте в зеленого. На ком... РДД на ком красный добав, сбежались в цель зеленого. Дуду тип копой гимн отхил. Давай, гимн отхил. Бежали от зеленого. Сбежались в череп. Манелтер по гимн отхил. Боб! Сбежали в череп. Так, беда с ДПСом. Добили зеленого. Алис Васи, подыми. Не, не подымай, падай. Это минус 3 уже. Падайте. Диспольте куклу. Так, надо подумать, как это все лучше сделать. Пускай еще куклу подбивает зеленого. Может, там броню режет. Давай это. Ты на локо сидишь? Ты хочешь сказать? Или что? Нет. Давай под первого слизня, короче, когда мы все разлетимся, он снова выберет цель, сакру я дам, допустим. Я забыл про сакру сказать, да. Ладно. Ладно, сейчас все будет нормально. Нет, просто при первом слизне минус 3. Не повезло мне много. Просто кинул, когда она типа, ну, на вторым, когда два одновременно вели. Сакур кидаю на переходке на с первого зеленого. Все, дальше, бля, гимн на хил на КД уже. Большинство, кстати, бусты с пула отдало. Давайте так. Когда вы становитесь зеленого слизня, установитесь в одну точку, звездочку, и не смотрите влево-вправо, а смотрите прямо на зеленого слизня. Тогда вас откинет прямо назад. Всех откинет в одну точку опять. Зеленый слизень опять выберет цель, и нам не надо будет тратить время, чтобы сбежаться.
Но так мы тратим время, не успеваем сбегаться, и минус 3 выходит. Так, ТЦ, щиту и приоритет магов, хилов, рок, хантов, сов. Остальные более-менее живут. Поднимайте ралли, кушайте рыбу. Так, Джирин, ты отдавал гем на ХП? Да. Шо, тогда Альпич по команде дашь гем на ХП. Нам просто надо первую фазу пережить, на третий просто рост будет, так вдвоем.